Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на канале Personal Experience. В этом видео я расскажу вам, как избавиться от мерцания экрана в играх. Очень часто это мерцание в играх, оно образуется тогда, когда частота монитора не соответствует частоте в игре. И, соответственно, когда FPS скачет, соответственно, возникает такой вот эффект мерцания. От этого можно легко избавиться. Я сейчас вам покажу, как это сделать. Выходим в параметры Windows. Система. Дисплей. Переходим в настройки графики, в самое нижнее меню, как у меня. У меня Windows 10. Я думаю, что у вас тоже, если 10 или 11, там тоже будет так же. Настройки графики. И вот здесь вот вы видите два ползунка, они у меня включены. Если они у вас выключены, вы, пожалуйста, их включите. Первый ползунок — это планирование графического процессора с аппаратным ускорением. То есть, видите, уменьшить время задержки и увеличить производительность. Для вступления изменения в силу потребуется перезагрузить компьютер. То есть после изменения этого параметра вам надо будет перезагрузить компьютер. И также вот этот вот нижний ползунок, тоже переменная частота обновления. Для игр, которые не поддерживают по умолчанию переменную частоту обновления, советуем по возможности увеличивать частоту кадров и уменьшать разрыв изображения на экране. Для перемещения данного параметра, для применения данного параметра может потребоваться перезагрузка игры. Но в любом случае вам нужно будет выключить игру, перезагрузить компьютер, и я надеюсь, что данный способ вам поможет избавиться от мерцания экрана в играх, так как он помог мне. То есть у меня тоже было мерцание в играх, я включил эти два параметра, и вуаля, все сейчас нормально и хорошо. Если вам помог данный способ, ребят, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, помог ли этот способ вам, или, может быть, вы решили эту проблему каким-то другим способом. Если вы не подписаны на канал, пожалуйста, подпишитесь, включите колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых интересных видосиков. И самое главное, ребят, берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока.